Ты кто такой, что ты только что навалил? Давай, давай назад. Это, блядь, разве цены? А, можно по-другому его поставить? Всем привет, с вами канал Red Blue. Димон и Влад. Вы постоянно писали нам, сделайте подлиннее, почему так мало. И вот, пожалуйста, мы сделали видео на 13 минут специально для вас. Обязательно поставьте нам лайк за старание. И поддержите комментарием, чтобы видео продвигалось много людей, чтобы посмотрело это видео. Также, ребят, кто из вас еще не видел наш пранк, там, где мы гипнотизируем людей, обязательно посмотрите, у нас два полноценных ролика, реакции очень крутые, сам по себе пранк очень крутой, поэтому кто не видел, обязательно перейдите, ссылочка будет в конце видео, посмотрите, очень крутой ролик. Также отдельное спасибо всем за поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу активность, мы стараемся, вы нас поддержите, нам очень приятно, огромное спасибо. Ну что, мы начинаем, поехали. Стой! Какой пин-код тут? Стой! Какой? 600? Бля, так я его забронировал только что. Когда? Только что, через приложение. Как ты уехал, пиздец? У меня там, блядь, деньги списали 200, блядь, рублей. Какие 200? Что ты мне наваливаешь, дядя? 605? 0,92, правильно? Ну. Так, давай тогда, я поеду. Стой, блядь, в смысле поехал? В смысле? Сейчас мы проверим. Давай проверим ее, блядь. Куда поехал, так? Какой пин-код? Сейчас мы все сделаем. Оно заблокировалось? Вот. Конечно, уже заблокировалось. Смотри, да? Ты не поедешь. Давай разблокируй. Я же заблокировал его. Вот, это мой. Дядечка, ты что-то не на то... Блядь, дай так проехаться хотя бы. Ты вообще охуел или что? Ты не кто дашь? Вообще такой? Просто чисто. Я... Ты кто такой, что ты только что навалил мне какую-то пургу? Бля, я думал, ты поведешься, блядь, на эту хуйню. Иди нахуй вообще. Блядь, пиздец. Ты не поведешься, да, блядь? Да, я тебя вот сейчас так заскалю. Ладно, блядь, успокойся. Это пранк был, блядь. Какой нахуй пранк? Вон камера, блядь, реально. Ты поверил, блядь? Поверил? Я соскамлю тебя. Всем с камерам салют. У меня вопрос. У тебя этот интернетом пользуешься? Да. Можешь прописать психбольница здесь, по, ну, самая, которая ближе? Психушка! Хорошо. Секунду. А вам зеркальце не надо на что-то обменять? Вот. Конечно, братан. Оно хоть работает? Да. Давай. Психушка! Психушка. Здорово. Знаешь Ленина? Ну, да, я с ним дружил. Я тоже, да. Психушка. Хорошо. Пропиши психушку. Психушка? Ой, слушай. Есть песня такая, психушка. Нет. Карнавал. А ну включи-ка. Здравствуйте, девушки. Я, в общем, хочу вам один фокус показать. Просто по-быстрому я спешу. Вот зажигалка. Посмотрите, обычная. Проверьте, самая обычная, правильно? Смотри. Нет. Ну, ладно, фокус давай. Я же показываю. Ну, я сейчас буду зажигать, огонь должен появляться, потом исчезать прямо на ваших глазах. Если все получится, вы даете мне номер телефона. Поехали. Видите, горит, да, горит сейчас? Да. Я хочу зажигать. Я так буду делать. Нет, я так буду делать. Да давайте я, нет, девушка. Я так буду. Почему делать? Я? Ладно, держите. Классно, да? Это карнавал, кстати, у нее сиськи большие. Нормальные сисяндры? Да, хорошие. Охуенные, реально? Да, прям... А в порнухе снимается? Нет, она тиктокер. Просто зажигайте. Да, зажигайте. Она... И огонь должен исчезнуть сейчас. Ну, это пиздец. Пожалуйста, девушка, проверяйте. Обычная. Смотри, да, обычная. Да, да, обычная. Так, все, номер телефона. Давай, давай, диктуй. 099. 099. Дальше. 52. 52. Да. 52. 36. 36. Спасибо. Можно глоточек? Не, спасибо. Время не подскажешь, братан? Подскажу. Спасибо. 20:46. Спасибо. Так, мужики, я уже преисполнился. А зеркальце? Ну, братан, ну подгони зеркальце по-братски. А ты мне ничего не подогни. Ну ладно, прочти тогда вот эту мантру, прочти. И что? Мантра для пробуждения? Да. Встань, пожалуйста. Ее надо стоя читать. Нет, вот так, вот так, вот так.
А ты руку на сердце, и я тоже. Поехали. Мантра для пробуждения. Вознеси человека этого от грехов его. Пусть проснется здоровым, и пусть ничего не вспомнит. Пусть отдаст все вещи. Есть. Все, теперь можно и зеркальце отдать, да? Все, зеркальце возвращаю. Главное, не нюхай, братан. Все остальное хуйня. А кого не нюхать? Зеркало. Привет. Геннадий, твоя девушка? Да. Твоя девушка? Да. Ты готов сражаться за честь и отвагу? Вот эти приемчики за девушку. Покажи, братан. Левый боковой, двоечка, туда-сюда, дал и девушку защитил. Держи. Не хочу участвовать в этом. Покажи, как ты, ну, ты как рыцарь, как герой Украины, девушки. Я буду это доказывать. Другому подойди. Блядь, пиздец. Я хотел проверить, какой ты воин на самом деле. Я понял, вот такие воины все. Привет, ребят. Я извиняюсь. Можешь сфоткать разочек? Не сложно? Давай. Вот, смотри, я тебе покажу. Смотри, смотри. Я вот так встану, чтобы было вот так полностью Хрещатик видно, полностью. И чуть-чуть там Арена Сити, чтобы было видно. Угу, хорошо. Сделаем? Давай. Это ж стоп. Чей самокат вот это? Мой. А тут нельзя просто ездить, мне сказали. Можешь отойти, пожалуйста? Бля, пожалуйста, братан. Я буду делать, что я хочу. Отойти. Это тут, это видишь, тут соцступеньки. Молодец, для отойди, людей, братан. Отойди. Давай назад. Окей, я поднимусь. Да тут же для людей проход. Да, я тоже человек. Блять, да я даже не пранки не снимаю. Есть? Так? Да. Теперь смотри на палец. Смотри, смотри на палец, смотри. Раз, два, три. Спать. Садись. Девушка, с ним все нормально, не переживайте. Он в фазовом сне. Я профессиональный гипнотизер. Может, будет у вас там 100-200 гривен подкинуть, сколько не жалко. И я его сразу же приведу в чувство. С ним все будет хорошо, честное слово. Девушка, не переживайте, все будет хорошо с ним. Сейчас он проснется, я сейчас приведу его в чувство, с ним все будет хорошо, не волнуйтесь. Может быть, на карту скинете 50, не надо по лесу, я их тоже захипнотизирую, я очень профессиональный. Ладно, девушка, не плачьте, все нормально, смотрите, девушка, вот это шокер, держите, он сейчас проснется, надо, чтобы вы просто дотронулись до него, вот так, дотрагивайтесь, раз, два, три, просыпайся, оп, все нормально? Девушка, все нормально, не переживайте, с ним все хорошо. Блин, дружище, она тебя любит. Спасибо, бро. Так нормально? Смотри на палец, встань. Смотри на палец. Раз, два, три, спать. Все хорошо, все, девушка, с ним все будет хорошо. И смотрите, если хотите, чтобы он проснулся, вот у меня есть мантра. Возьмите мантру, прочитайте, и он проснется с новым духом, и вы его даже не узнаете. Вы его просто, ну, он совершенно другим человеком проснется. Вон камера, мы снимаем, прикол. По поводу книги надо поинтересоваться у вас. Да. Что за книга? «Мистер девчат». О, это моя любимая, кстати, «Мистер девчат». Я сам, короче, по книгах. Вот, возьмите. Не. Пожалуйста, девушка. Девушка, а хотя бы по книге пару вопросов узнать. Это ваша любимая? Моя любимая. Я хочу поговорить, обсудить с вами эту книгу. Я опаздываю к друзьям. Девушка, стойте. Какие друзья у вас? Хорошие. Подождите. Сколько лет одному из них? Вы мать, отца, да? Мамушка. А вашей маме зять не нужен? Нет, не нужен. Зятек? Нет. Не? Ну шо, красуни, как вам ее образ? У меня для вас кое-что есть, только между нами. Смотрите, сувенир на приобретение энергии во благо. Сейчас держи. Нет, это проведем ритуал. Бесплатно. Я покажу так. Держи вот так, смотри. И вот так проводишь и говоришь заклинание. Ты пацан ровный? Одень кепку нормально. По-людски. Спасибо. Кепку одень ровно. Хорош.
самый вкусный виноград в ротик попадай. Очень-очень вкусный виноградик в ротик залетай. Я не вижу ни одной виноградинки у себя во рту. Ну одну хотя, нет, ни одну штучку всего лишь. Все, промазала. Знаете, у кого-то стакан наполовину пустой, а у кого-то наполовину полный. У вас он в данном случае наполовину пустой, а я вам желаю, чтобы он был всегда наполовину полным. Свободно? Можете чуть-чуть подвинуться, чемоданчик надо просто пристроить. Ну, он просто, смотрите. А можно по-другому его поставить? А как? Ну, он просто, я забочусь о нем. Чуть-чуть можно, да. Есть, парни, место, чуть-чуть двинуться. Чемоданчик надо. Он уже с дохуя ему видит. Он любит чуть-чуть, извиняюсь за такие не эти всякие. Можно я чуть-чуть руку? Конечно. Девушки! Девушки! Стойте! Это, знаете, эти самокаты, это людей разводят. Государство. Вон они поехали. Да, короче, государство наебывает людей, реально. Скажите, вы согласны со мной? Согласен. 2.50 минут. 2.50 минут, это, блядь, разве цены реально сейчас, блядь? Сникерс в магазине, блядь, 20. Согласны со мной? Спасибо, тоже. Государство. Ебёт, нахуй. Если я буду мэром, я тут, блядь, все переделал. Здорово. А ты вообще сам чем дышишь? Чем? Я вижу, ты такой скрытный, кепочка, очочки, да? Кепочка, очочки, такой сидишь, типа, да, на суете. Не суетишься, ничего? Не знаешь, короче? А, ты взял? Да. Понимаешь, да, меня? А что ты хочешь? А что есть? Глядя, что ты порыгаешь, что ты так подошел. Короче, блядь. Кроссовки у тебя прикольные, пиздец, купил ложку, блядь, чтоб ты мне, короче, показал, снял. Прикольные кроссовки, новые вижу, хорошие, можешь показать? Держи ложку. Нахуя. Вообще пиздец охуенный, реально. Так гляну чисто, реально. Надо куда ебаться сейчас? Не, я ложку же выбирал, ходил, держи, брат. Ну разок, блядь. Возьми, пожалуйста. Блядь, это моя цель в жизни была, реально. Я ходил 2 часа по жаре, выбирал эту лопатку, чтобы ты, типа, тебе удобно было назад обуть. Ты, сука, снимаешь нахуй, да? Блядь. Ты получил сюда. Не покаешь. А, ты больше не микрофоном, да? Да это, блядь, не оно, блядь. Давай! А хоть я пить песен. Red Blue Pranking.